Расскажите свою историю. В некотором царстве, в великом государстве, жила-была... Каждый день я себе говорю, и у зеркала часами стою, что хочу, слишком много хочу, и надеюсь, что вдруг получу. Ты хочешь сильного, красивого, умного и стильного, богатого, желательно, чтобы не женатого. По магазинам, чтоб водил, купил тебе автомобиль и денег, чтоб давал, и часто целовал. Но я тебе ничем не помогу, только сказать могу. Я тебе ничем не помогу, детка, закати-ка губу. Да. Мне надоело, надоело искать принца. Мне скоро 30, хочу напиться. И здравый смысл, как всегда, не помогает. Я же принцесса, так что гуляем. Сколько можно, сколько можно? Без причин опять страдаешь, в инстаграме зависаешь. Подкачай хотя бы попу, для души найди работу. Столько времени теряешь, принцип быстро разбирай. Но я тебе ничем не помогу, только сказать могу. Я тебе ничем не помогу, детка, закати-ка губу. Мне надоело, надоело принца. Мне скоро 30, хочу напиться. И здравый смысл, как всегда, не помогает. Я же принцесса, так что гуляем. Смысл, как всегда, не помогает. Я же принцесса, да что гуляем. Мне надоело, надоело искать принца. Мне скоро 30, хочу напиться. И здравый смысл.